вам по секрету скажу, что вообще-то он в детстве был большой озорник. Это мягко сказано, хулиган. Вот едет на велосипеде, обязательно нужно прицепиться к грузовику какому-нибудь. Однажды он решил уйти в цирк. Еле потом мама нашла, да, по-моему, договорилась, да, чтобы не брали. Вот хотел быть в цирке, и все. Что такое, какой хулиган? В седьмом классе где-то, да. Ну а кто поверит, что я в детстве могла делать сальто? Поверили? Зря. А вот он делал. Вообще такой живчик был. И, наверное, поэтому вот такая... Ты, не знаю, тоскуешь по детству все-таки иногда, да, вспоминаешь? Ну, конечно. Не случайно какая-то вот невеселая, может быть, грустная такая песня, куда уходит детство. Но она западает в душу с первого раза. Именно это настоящая мелодия детства. Когда ты в каком-то определенном возрасте, именно так хочется спеть о детстве. Ну, и стихи... Спасибо тебе за эту песню. Спасибо. Да, и спасибо еще и Дербеневу. Стихи, да, такие Дербенев, хорошие. Да. А сегодня на сцене споет Леонид Агутин. Нам средства, что вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Детство, куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый день кино, где также ночью синий струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. Детство в недальние края, к ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит.
Агутин. С потрясающей аранжировкой этой песни. Молодец! Спасибо, друзья. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Очень, очень мне понравилось. Спасибо большое.